Так, настройки умягчителя. Основные моменты. Здесь нужно периодически поглядывать за текущим временем, для того, чтобы он мылся именно в то время, когда он выставлен. То есть по умолчанию выставляется в ночное время. Когда система промывается, водой пользоваться можно, но нежелательно. Вода будет идти, минуя систему очистки, поэтому ставится в ночное время. Для того, чтобы мылся ночью, вот это текущее время должно совпадать. Когда часы здесь на экране мерцают, значит, время текущее сбилось. Его нужно будет выставить. Ну, сейчас я... А CP что такое? Или СР? Среда. Ну, это сейчас среда, день понятно. Недели мы выставим. Угу. Текущее время. Чтобы его выставить, нажимаем кнопку «Время». Ключик появился вверх-вниз, без разницы. Подвели часы, далее вверх-вниз минуты. Как в электронных часах, здесь все просто. Это нужно для того, чтобы мылся именно по ночам. Если отключили свет, час, два, три, там, ничего страшного не будет. Если больше, чем на сутки, то тогда может сбиться только вот это текущее время. Остальные настройки не собьются, хоть там его отключи на год. Так, сегодня у нас вторник, текущий день недели. Все, здесь телефон общий кадаровский, 495-2325-262. Дальше, текущее время, не мерцает, все, совпадает время. Ресурс до промывки, через этот объем воды он выйдет на промывку, либо через 10 дней, какое событие у него наступит ранее. То есть, здесь скорость потока показывает дальше, ну и телефон, опять же, и цикл повторяется здесь всех. Кнопкой «Далее» можно полистать. Чтобы выставить время, нажимаем кнопку «Время», подводим часы минуты, как в электронных часах. Кнопкой «Далее» можно посмотреть его параметры. Сейчас экран горит, потом несколько секунд, он погаснет. Любую кнопку нажали, то есть он опять светится, и то есть в таком режиме. Дальше, пользовательские настройки. Далее вверх зажимаем, входящую жесткость воды не трогаем, это по анализу она выставляется. 6,4. 6,4. Дней до промывки 10 тоже не трогаем. Начало промывки, здесь формат часов 24 часа, то есть 3 часа ночи сейчас стоит. Если 3 часа дня, то будет здесь 15.00, соответственно. Сейчас он стоит 3 часа ночи. С 3 до 5:30 он будет выходить на промывку. Это, опять же, повторюсь, либо по объему, либо по времени. То есть, дальше. Что еще? Основные моменты здесь следить за временем. Здесь в баке за солью. Соли сейчас мы высыпем. То есть фальш дно вот это увидели. Высыпаем туда соль. Если она закончилась, страшного ничего не будет. Еще раз повторю. То есть, ну, желательно до этого не доводить. Дальше. Ну и не досыпать из расходов. Да, не из расходов, да, лучше не досыпать, чтобы не образовывалась там каша, так не скоксовывалась. Дальше. Это манометр показывает давление вообще в системе, то есть какое при промывке, ну и вообще какое уже давление на выходе из самой системы. То есть дальше. Это просто кран подачи воды на систему, его не трогаем в случае, если что. Это выход из системы, то есть этим здесь висит бирка. То есть вот он, регулятор жесткости. В инструкции там все это есть. Вправо жесткость будет вода пожестче, влево до упора, два параллельно красных крана, будет вода на выходе очень-очень мягкая. То есть тем самым регулируется жесткость. Жесткость, ту, которая нам требуется, мы сейчас выставим путем подмеса умягченной воды и неумягченной. Дальше. Это пробоотборник. Отсюда возьмем воду на анализ. Также можете вы пользоваться, если необходимо. Это чистая вода. То есть откуда идет уже ближайшая точка, откуда идет уже чистая вода. То есть не рассол, а именно чистая вода. Это именно чистая вода, обычная вода, та, которая идет уже к вам на потребителя. Дальше. Это шаровый кран с электроприводом. Это блок питания от аквастопа. То есть по-простому это аквастоп. Это блок питания от самой системы. То есть этот блок питания должен быть всегда включен в сеть, и провод идет к нему, вот к этому датчику. То есть как он работает? Индикация горит зеленым, значит, то есть все исправно. Кран шаровый, тот синенький открыт. Если вдруг протечка, ремонт, что-то случилось, ну не протечка, ремонт, а именно протечка, то есть образовалась лужа, два контакта, сюда попадает вода, замыкает, перекрывает тот шаровый кран. Когда он срабатывает, здесь индикация горит красным, и звуковой сигнал издает, то есть он будет пищать по-простому, да, сказать. Вот, чтобы его открыть, два контакта продули, просушили, насухо вытираете, одна кнопка нажимаете, удерживаете и слышите, этот кран откроется. Так он всегда находится на полу, включенным в сеть. Вот таким вот образом. Защита аквастоп. Да, то есть инструкция к ней тоже прилагается, если что-то забыли. Здесь плюс напоминалка висит, как он работает, если что. Плюс папки я оставлю там, брошюра еще будет, тоже инструкция к нему. Ну что, дальше по кранам. Это подача воды на систему, это минуя систему, это выход из системы. Если с системой что-то случается, протечка, ремонт, не дай бог, да, закрывается подача, закрывается вот этот кран-выход, открывается вот этот кран, вода пойдет напрямую, минуя фильтр, то есть минуя систему очистки. Но когда все исправно, в данный момент мы сейчас этот кран закроем, открываем уже выход из системы.
Когда сесть правда, он должен всегда закрытый, чтобы не было подмеса. Вот такой экспресс-тест мы будем использовать для измерения жесткости и калибровки системы, для того, чтобы на выходе понимать, какая у нас вода. Определение будет по цвету, так? Да. Как будем мерить жесткость, что является индикатором жесткости? То есть на третьей капле она должна позеленеть. То есть сейчас посмотрим. Почему на третьей капле? Ну, одна капля, это соответствует 0,5 миллиграмм в эквивалент на миллилитр. Общей жесткости, да? Общей жесткости. Вот она у нас сейчас на четвертой. То есть мы полтора восстанавливаем? На четвертой капле сейчас позеленел. То есть соответствует это, если до сотых не брать, конечно, там до десятых, то это соответствует 2 миллиграмма. То есть можно выставить немножко чуть-чуть помягче. То есть полторы единицы, то есть чуть-чуть сделаем подмес. Подмес вы сделали, открыв. То есть приоткрыв, то есть чуть-чуть сделали больше. Угу. То есть чуть-чуть сделали помягче. Похоже. Так, сейчас контрольный замер. То есть у нас на четвертой капле должно позеленеть, на правильно? На четвертой капле у нас уже позеленело, у нас соответствует двум. Просто я сейчас сделаю чуть-чуть еще помягче. То есть чтобы было у нас порядка полутора единиц. То есть как раз к тому моменту, когда система уже подойдет на промывку, когда ей нужно будет выйти на промывку, жесткость чуть-чуть поднимется, порядка двух. Но в этот момент, когда уже жесткость поднимется, уменьшитель уже выйдет в этот момент на промывку, то есть и жесткость опять упадет там с двух до полтора. Ну, даже чуть-чуть. Но у вас единица. Да, сейчас чуть не стало, можно чуть-чуть добавить. Просто вот эти 0,5, она как бы, она тяжело очень ловить. Так, еще один контрольный тест. Мы должны поймать на третьей капле позеленение. Соответственно, общей жесткости единиц, полторы единицы. То есть в таком положении, между полутора и да, два между находится. Полутора и два где-то таким вот образом. То есть... Так, то есть примерно 20-килограммового мешка хватает на месяц. Здесь емкость 2 мешка по 20, либо 2 мешка по 25. Максимальная загрузка вот до этой риски по соли. И опять-таки смотрим, если достигает фальшдна, то досыпаем.